Малыш развивается играючи с помощью развивающих игр на крупную мелкую моторику и кругозор. Итак, на разогрев. В продаже имеются мячи-прыгунки, сделанные из резины. Они очень полезны для деток, рекомендую даже с месяц. Стоят от 200 до 220 рублей. Прыгайте на здоровье. Срок годности не ограничен. Есть вот такие мягкие мячики. Они полностью безопасны для ребеночка, для моторики ручек, для игры с ними. Можно устроить дома детский аттракцион. Ассортимент в корзине или в игровых домиках. А если малыш разбросает шары по комнате, вот веселье будет их собирать всем вместе. Дартс это вообще как бы считается достаточно травматичной игрой, так как вот на концах этих самих дротиков находятся иголки. Но в таких случаях специально для маленьких детей выпустили такой детский дартс с липучками. А для деток совсем поменьше такие мячики, развивающие моторику ручек. Особенность этого дартса, что все дротики находятся на магнитах. Этот дартс рассчитан для деток постарше, ну где-то лет от 5. И родители, будьте внимательны, здесь есть мелкие детальки. Магнитный дартс с красочными рисунками возбудит интерес ребенка и к другим видам спорта. Уже потеплело на улице, уссурийцы идут вот за таким видом игры. Это летающая тарелка. Она сделана из пластика с отверстиями и загнутыми краями. За счет этого она развивает подъемную силу при полете. И ее можно бросать на значительные расстояния. Она предназначена для игры как двух человек, так и более. Музыкальные инструменты, пинг-понг, йо-йо, бадминтон, мячи, детские погремушки и велосипеды скружат голову и взрослому, и ребенку. Екатерина Богдан, Ульяна Сотникова, Игорь Антонов, Телемикс.